Привет, я Николай Пронин, тренер и специалист всех проектов Ki Sport Agency. 17 по 28 июня прошел наш очередной подготовительный лагерь для ребят КХЛ, ВХЛ и МХЛ в рамках подготовки к сезону. Прошла качественная подготовка на льду и также специальная физическая подготовка плюс кроссфит в зале. Я уверен, что ребята получили ту подготовку, которую они хотели получить, получили те навыки и знания, которые им в будущем пригодятся в своих командах. Они их будут использовать в сезоне как в тренировках, так и в играх. Также я думаю, что тот опыт, тот формат тренировок, возможно, какие-то новые методики, да, прежде всего говорим о работе в зале, да, также пригодятся ребятам, они в дальнейшем возьмут их себе на вооружение и будут использовать в дальнейшем в своей подготовке, потому что мы знаем, не все, да, ребята, скажем, да, готовятся в командах или в каких-то группах, да, есть ребята, которые готовятся лично и персонально, да, скажем, на котором не нужно стоять, на котором не нужен персональный тренер. И в этом формате очень актуально, что те варианты тренировок, скажем, может быть, для многих какие-то новые упражнения будут очень полезны и продуктивны в дальнейшей работе. Также хотелось бы поблагодарить Андрея Матвеева и лично Ki Sport за прекрасную организацию кемпа. Также добрые слова сказать в адрес АПИ-арены за предоставленную возможность здесь поработать. Как всегда, комфортно, уютно, качественно, да, и гостеприимно. Ну, а хочу пожелать, в свою очередь, всем ребятам, кто с нами готовился, в новом сезоне удачи, побольше побед, поменьше травм и, конечно, спортивного долголетия. Мы всем желаем успехов и ждем в дальнейшем на наших сборах. Всем привет, я Алексей Рибаконов, игрок высшей хоккейной лиги, защитник. Прохожу в июне кемп с Андреем Матвеевым и Николаем Прониным. Все очень нравится, приходите. Всем привет, я прохожу сборы с Николаем Прониным, все очень классно, мне все нравится. В июне я прохожу сборы Ki Sport с Николаем Прониным и Андреем Матвеевым. Я впервые на таких сборах подобного формата, мне очень нравится подход, мне очень нравится организация. Спасибо Ki Sport за потрясающий сбор предсезонный. Широким хватом, ребят. Смотрите, стараемся не открывать сутки. Поднимаемся. Поехали. 5-5. Момент шага на кубер, да? Меня зовут Лазарев Кирилл, я прохожу сборы у Николая Пронина и Андрея Матвеева. Всем привет, я Артем Пугачев, я прохожу сборы Николая Пронина. Здесь очень круто, мне очень сильно нравится. Go ahead.
Всем привет, меня зовут Макар Карман, я прошел сборы с Кейспорт с Николаем Прониным и с Андреем Матвеевым. Мне все очень понравилось, советую всем. Всем пока. Приехал из Швеции в лагерь Кейспорт. Очень хороший лагерь. Тренировки каждый день. Тренер Николай Павлович Пронин. Очень интересные тренировки на льду и вне льда. Замечательные сборы Кейспорт, и мне посчастливилось поработать с Прониным Николаем Павловичем, и большое спасибо, очень хороший сбор, продуктивный, надеюсь, к сезону подготовлюсь хорошо. Добрый день, меня зовут Данил Дарнян, я из ЦСКА 2004 года рождения и прохожу сборы у Николая Пронина. Тут Макар Леонтьев, я прохожу сбор у Николая Пронина и Андрея Матвеева. Спасибо.
Привет, меня зовут Данил Грифачев, я из Витязя, 2005 года рождения. Прохожу сборы у Николая Пронина и Андрея Матвеева. Присоединяйтесь к нам. Всем привет, я Денис Зай, игрок команды «Крылья Советов». Сборы проходят отлично, настроение позитивное, все как всегда хорошо. Как всегда? Да. Каждый год проходит все отлично. Согласен. Здравствуйте, я Константин Капустин, прохожу сборы у Николая Пронина и Андрея Матвеева.